Всем привет! На сегодняшнем этапе мы утепляем вот эту вот внешнюю стену. Это самый главный, такой важнейший этап, потому что здесь, в принципе, все холода идут именно через эту стену. Изначально у нас там была тоненькая такая стеночка, то есть просто облицовочная идет плита в 1 сантиметр. Потом как-то вот обложили кирпичом, в пол кирпича на ребро положили, для того, чтобы более-менее было тепло, промазали вот эти швы еще цементным раствором, стало немного теплее, то есть перестало задувать, тем более, что некоторые кирпичи были пустотелыми, некоторые кирпичи, и пришлось замазывать вот эти вот отверстия, потому что из них сифонило очень так конкретно. Теперь мы утепляем экструдированным пенопластом от Технониколя. 50 миллиметров толщина его, он заменяет 86,5 сантиметров кирпичной кладки, что очень немаловажно, потому что у нас каждый сантиметр, как видите на балконе, он очень важен, и тем более, что впоследствии этот балкон будет объединяться с комнатой, поэтому у нас должно быть здесь очень тепло. Пенопласт этот экструдированный кладется на клей, специально для такого пенопласта, выравнивается с помощью рук и рейки, потому что, в принципе, в течение 10 минут его можно корректировать. И я замесил раствор, еще раз, через 5 минут замешиваю его. Теперь можно, я уже заранее отрезал. У нас идут в этом пенопласте пазы, замковое соединение. Здесь я еще 1 сантиметр оставил для того, чтобы задуть отдельно пеной, чтобы была максимальная такая герметизация. И будем сейчас намазывать. Липучий у нас. Производитель советует, если ровная поверхность, то по всей плоскости намазывать, если не ровная плоскость, то на один цельный лист там 5-6 липух, не менее в диаметре 10 миллиметров. То, что мы делаем. Естественно, перед тем, как это делать, нужно прогрунтовать стену обязательно. Теперь точно так же вторую часть, которая у нас осталась, мы ее продолжаем. Будем продолжать крепить. У нас получается такое замковое соединение. Безотходное.
Если бы пенопласт там был без этих замков, пришлось бы, конечно, пропенивать, наверное, еще швы, которые идут между. Ну, если у вас идут какие-то крупные такие выступы от каких-то цементных растворов, то их нужно сбить молотком. Тоже проверять. Потому что после пенопласта нам нужно наклеить пенохол и потом гипсокартоном. Как бы тут еще существует несколько вариантов. Можно сделать обрешетку и гипсокартон либо же вагонкой обшивать, ну это как вариант. Можно по вот этому экструдированному пенопласту можно сделать маячную стяжку гипсовую, вот, ну и там клеить обои либо покрасить. Вот в нашем случае мы будем еще закладывать пенохолом рулонным, вот, и потом гипсокартон, потому что у меня была такая ситуация, когда проступали вот мостики холода есть, вот, и проступала влага на гипсокартон. Чтобы это все обезвредить, я буду еще пенохол класть. Пенохол это закроет у меня максимально закроет все отверстия, которые могут появиться. Ну вот у нас есть растение, его надо выравнивать, либо эту часть подать, надо поднимать. После этого, ну, как отмерил я лист, сделал надрез, и он, в принципе, ломается. Oh.